Возле ресурсного центра по энергетике сочинского профтехникума праздничная атмосфера. Оркестр, творческие номера, высокие гости. Открытие учебных классов провели в торжественной обстановке. Лента перерезана, гости отправляются на экскурсию по новым учебным классам. Компания «Элигран», мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, оснастила сразу два кабинета – силового оборудования и систем автоматизации. На таких обучающих макетах будущие электрики будут постигать азы профессии. Кстати, все оборудование – это новейшие образцы. Используя его в учебном процессе, выпускники техникума получат конкурентные преимущества. Они потратят гораздо меньше времени на адаптацию на рабочем месте. Наши выпускники, заканчивая колледжи или техникум, и в частности сочинский профессиональный техникум, который в том числе является ресурсным центром по энергетике, должны выпускать максимально качественных специалистов с тем условием, чтобы, приходя на производство, они не переучивались и могли работать на современном оборудовании. Компания «Элигран» намерена продолжать сотрудничество с сочинским профтехникумом, цель которого – повышение качества электротехнического образования молодежи. Будем поддерживать постоянно в актуальном состоянии образцы оборудования «Элигран», оказывать техническую и информационную поддержку силами наших специалистов, принимать участие в организации и проведении технических семинаров и конференций на базе техникума с привлечением специалистов электротехнического рынка. Сегодня оборудование компании «Элигран» осмотрели десятки гостей. А уже в самые ближайшие дни в новых учебных классах начнутся первые занятия. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».